Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы говорим о новинке компании Oriflame в каталоге номер 16. Появляются два новых аромата. Аромат называется All or Nothing и второй All or Nothing Unique Accord. Ароматы можно наносить по отдельности, они самодостаточные и прекрасные, а можно наслаивать один на другой. Аромат создан известным парфюмером Натали Лорсон, которая сотрудничала с такими известными брендами, как Lacoste, Lancôme, Trussard, Givenchy и, конечно же, с Oriflame уже не первое сотрудничество. Ароматы, созданные Натали Лорсон, радуют, я думаю, не только сердца, да, но и души многих и мужчин, и женщин. Итак, поговорим о новинке. Во-первых, это уникальный дизайн. Впервые такая коробочка в Oriflame красивая, и сам аромат с уникальным флаконом прямоугольной формы, топаз, обрамленный золотом. Красивая крышка флакона, такая массивная, снимает целиком. Аромат восточный, ванильный, фруктовый. В составе аромата входит мадагаскарская ваниль, уникальная, магнолия и малина. Это три самые основные яркие ноты. Аромат до 30% содержит масла, и стойкость аромата первоначальная до 6 часов благодаря специальной уникальной технологии. Итак, первый аромат очень стойкий, я его проверяла где-то примерно в 9 утра, я его нанесла, и еще в 9 вечера очень вкусно пахло, то есть он такой прям вот, ну, роскошный. Он понравится всем, кто любит восточные ароматы, такие сладостные, такие гурманские, стойкие. Второй аромат, он более легкий, белоцветочный, лепестки с жасмина, белое дерево, мускусный аккорд, то есть они вот, он один такой легкий и звонкий. Я бы хотела такой аромат использовать весной. У меня ассоциация, вот что весна такая звонкая, яркая, расцветающая. Когда наслаиваешь один аромат на другой, то получается вообще просто уникальная композиция. И на каждой девушке, на каждой женщине аромат будет звучать уникально, по-разному, неповторимо. Поэтому если он кому-то, может быть, очень-очень понравился, другой, может быть, он не так сильно понравится, потому что мы все разные, и по-разному от нас будет исходить этот аромат. Поэтому однозначно через пробники сначала вы тестируете, носите на себе этот аромат, слушаете, как он вам нравится или не нравится, и только потом приобретаете оригиналы. Что классного в этом каталоге, идет акция при покупке основного аромата, второй идет в подарок. Отличное предложение, я думаю, что многие с удовольствием им воспользуются. И еще хотела вам показать один маленький сюрприз. Многие узнают, а кто-то видит первый раз этот флакон More by Demi, больше чем Demi. Этот аромат создавала компания к 45-летию Oriflame, и мне его подарили в Стокгольме, я была на конференции, сама Demi Moore выступала перед нами, и многие сравнивают и говорят, эти два аромата, они похожи. На мой взгляд, похожи немножко только форма флакона, ароматы абсолютно разные, их невозможно сравнивать, но вот приятно, да, увидеть их вместе. Я вам желаю получить массу удовольствия от новинки, приятных вам впечатлений, море комплиментов, и до новых встреч, всего вам доброго, пока-пока!